нам еще до 5 утра петь. Пока мы сможем, нам еще петь до 5 утра. Пока метро не откроется. Надо будет написать в следующем году песенку, пока не открылось метро. Так. Это все будет. Ну, чтобы вы немножко проснулись, песню, которую я знаю, вы знаете и любите. Я вошел в армянский двор с дуру, где под вечер от машин тесно. Без шпаны и без блатных урок. В том дворе прошло мое детство, фантазерское мое детство. С перечитанной до дыр книжкой, с этих книжек началось действо. Мы гоняли со двора пришлых, в нашем дворике жило племя доморощенных чингачгуков, что пыталось поразить время и своих игрушечных луков. В общем, жили мы тогда славно, без оглядки и без испуга, чей мальчишеский закон главный: не предай, не подведи друга. Нынче мы взрослели, и где-то стал другим уже город ветров. Разбросала по белому свету обитателей наших дворов, соучастников игр и сражений, героинь наших первых романов. Все на свете стремится к сближению, ну а нас поделили на страны. Во дворах наших новые дети в терминатора шумно играют. Да, милые, как все дети на свете, вот только книжек они не читают. Будь же проклята силами высшими время по ветру нас разбросавшее, породившее и взрастившее поколение книг не читавшее. Спасибо. А